Так, друзья, ушел я оттуда, вон с той стороны бугра Амур. Ну, ветрище невозможно не снимать, не рыбачить. Ловятся хорошо сомики, снеголовчики попадаются, ну снимать там невозможно, шумит, пыхтит. Попробую вот этой канавки покидать, может здесь что-нибудь есть. Сейчас посмотрим. Ой, здесь, вон там сброс с ТЭЦ, вон она. Иди скидывают горячие воды, и здесь круглый год вот такой ручей течет. Здесь есть карась, сом, ну и другая вся рыба. Попробуй поймать что-нибудь, что на камеру, а то скажет, что сам себе прицепляю рыбу. Видите, как дует. Сейчас попробуем. Первый заброс. Ну, здесь он бросить можно. Оп, оп. Подход. Не взял. Промазал. Пробуем еще разок. Съемка будет скомканная, Ну, вот так у нас частенько. Как задует. Несколько недель подряд дует ветер. Тычок не взял. Знаете, сильно мелкий. Я попробую повешаем помельче блесну. Здесь потише, могу забросить подальше. На каждой проводке есть подходы. Тюкает, но не берет. Ну и проводка еще толком не чувствуется. Она зацепилась. От Pontoon 21. Это у них бюджетная линейка, гад, ганчо. А, это Harrier у меня. Мне очень нравится. Палочка. Катушечка дайвовская. Рыба ловиться не хочет. В эту канаву один год зашел фазан. Да много его было. Вот ловили в этих кустах прям. Руками. Оп. Под самый берег подходят. Томики, малышки совсем. Я поставлю поменьше бресну, и я думаю, будет брат. Так, ладно. Сейчас заменим бресну. Поставим поменьше и продолжим. Так, вот поставил маленькую бресеночку, не пробуем. Сейчас посмотрим. Что-то поймал? Не вижу, что? Ох ты какой! Усатый, полосатый. На первом забросе же сразу взял. Вот такие красавцы у нас ловятся на ультралайт. А попробуем еще одного поймать. Много подходов было. Блесна самодельная. Сейчас покажу. Даленький. Оп, есть, 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 есть. Вот она. Вот он, лягушонок. Маугли. Зелененький, дно чистое здесь, и рыбка такая зеленого цвета под нее, под цвет дна. Вот смотрите, вот на такую блесенку, самоделка, кусочка меди, без всяких коромысел, просто лепесток, тройничок, ловится вот такие малыши, на ультралайт. Попробуем еще раз, смотрим, как работает. Забросили и потихонечку ведем по два выхода за заброс. О, есть тычок. Что-то не понравилось ему. Ткнул и убежал. Догонять не стал. Ладно, сейчас еще раз бросим. Вон туда давайте. Вдоль бережка проводочку сделаем. Оп, оп. О, видите? Тюкает, но не берет. Сегодня что-то... Оп. Ах ты. Рыба что-то сегодня не очень активная. Берет совсем вяло. Вон, удары есть. Сейчас еще раз повторим. Что, еще мельче ей блесну надо. О, видите, что творит? Долго. Выходов за одну проводку три поклевочки, но не взерет. Тюка мимо. Давайте маленько отойдем. А то мы там место уже расшугали. Кинем вот сюда. Ну, там на течение можно попробовать, там, скорее всего, ямка вымыта. И мы сейчас туда забросим. О, 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 ах ты, о, вот он убежал. Разбойник. Очень азартная рыбалка здесь. Им не так сильно дует, как там с той стороны. Сомики-разбойники такие, маленькие агрессоры.
толстенькие все, упитанные все равно. Он долбит, долбит, идет, засосал. О, какой загорелый. На солнышке пригорел маленько. Берет, видите, насколько аккуратно, чисто за губу и все. Не хочет убегать, понравилось ему, у меня. Давайте попробуем вон там в ямке кинуть. Вот здесь сейчас. Оп. Равномерная проводочка. Спиннингом не шевелю ничего. Вот поклевочка есть. Проводка прям совсем. А, травинка попала. Весна настолько маленькая. Видите, прям просто совсем крошка. Чуть крупнее уже рыба не берет, отказывается. Сейчас вдоль бережка, тут глубоко под берегом. Может, что-нибудь стоит здесь. Пробует. Вышел возле берега. Тюкнул, убежал. В каморку свою. Они могут быть в воде на течении стоять. И ловить то, что там заносит рыбку какую. Малька собирает. Вот здесь видите, что творится? Сейчас вот сюда вот раз. Нету, не стоит. Вот она выходит туда, в амур дальше пошла. Сейчас покидаем вот здесь. Здесь яма на мыло. Тихонечко идем, посмотрим. Не хочет здесь брать, не хотят. Вон там все крутятся. Сейчас пойдем в канаву. Нету? Пойдемте сюда. Ой, господи. Вот он, бандюган. Розовый, молочный еще совсем. Сейчас соберем коробочку и пойдем вон там покидаем. Глубоко под бережком, под коряшками стоят. Я так думаю, сомики. О, есть, видите? Это называется кинуть ему в пасть. Вот он, вот он. Вон, поплыл. Давайте еще посмотрим, может, там еще один стоит. Взял под коряшкой здесь и ушел, не зацепился. Сейчас мы его доберем. Здесь из-под коряги выскочил, тюкнул и убежал. Сейчас мы его возьмем, значит. Вот он, есть. Хорош. Ах ты какой. Ух ты какой упористый. А? Сопротивляется. Вот это маленький такой покрупнее. Смотрите, какой разбойник. Вон он пошел. Так, встану. Вот так, сюда, за корягу не заводи. Так, иди сюда, мы тебя покажем людям. Вот такие лягушата ловятся на ультравайтик. Опа. Иди сюда, родной. Кто-то уже его ловил, вот он есть. А, видите, кто-то его ловил, губа травмированная верхняя. Но он себя отлично чувствует, кормится, и хоть бы что ему. А, плыви, разбойничай дальше. Пока. Так, сейчас коробку соберу, и мы с вами маленько пройдемся. Может, что-то еще поймаем. Кидаем отсюда, вдоль берега, тут под берегом обрыв канала. Вот, вот. И они тут, видимо, стоят. Вот он. Под самым берегом догнал и взял. Думал, надумал. Эх, ты разбойник. Зеленый. Папку води, папку веди с мамкой. Кидаем под бережок.
Все в прямом эфире. Никаких подрезок. Вон, поклевочки, поклевочки, долбят. Драка у них. Давай, пап. Не хочешь? Давай. Не стал брать, передумал. Ну ладно. Рыба мне не нужна, понимаете, а удовольствие. Этого похожего недавно совсем кто-то ловил. А мы это как лягушки, бля. Поедем, Анатолий. Вода горячая, как в ванной. Заброс. Делаем проводочку. Интересно, видно вам кончик спиннинга, нет? Проводка, идем, идем. Давай, выходи. Будешь? Не хочет? Ну-ка, давайте с портового берега вытянем. Наверняка там где-то стоит берег. Не хочет. Ладно, идем дальше. Что нам? Вот, здесь видно, что глубина, можно правильно бросить. Там какие-то плиты навалены, их наверное. Ух, видишь? Вот он. Сейчас мы его доберем. Он нас обманул. Два заброса, две поклевки мимо. Сейчас я его возьму. Пару запросов сделали, прошли дальше. Вот сейчас возьмет на новом месте. А, видите, видите? О, есть! Я же говорил, возьмет. Такой худой. Только заплыл, что ли? Не успел еще покушать, как следует. И уже решил тут меня атаковать, да? Разбойник маленький. Вот ты какой-то лягушонок. Так, ну вот, друзья. Там ничего поймать не удалось на выходе с ТЭЦ. Сейчас еще пару раз здесь забросим. Заброшу. И буду собираться. Смотрите, что получится. Сейчас место маленько отдохнуло, так сказать. Поглядим. Да? Свеже отдохнувшее место, заброс. Смотрим. Ух ты! Я же говорю, место отдохнуло. Есть. Открывай рот. Поплыл. Смотрите, как блесенка работает. А. Еще разок забросим туда. Сейчас маленько она притонет. Вот. И потихонечку ведем. Оп, видите? Выходы. О, тюкает. Но сегодня погода плохая, рыба неактивная. Берет совсем-совсем вяло. Повторим. Под тот бережок. О, есть, ребят. Вот он. Ну все, я думаю, это завершение сегодняшней рыбалки. Все, с Богом, он сам отцепился. Сам уплыл. Все, всем пока. Всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, пальцы вниз. Не забывайте подписываться на канал. И самое главное, пишите свои комментарии. Всем до встречи. Ждите следующее видео уже серьезной рыбалки. С большими трофеями, надеюсь. Вот он, ребят, завершение нашей сегодняшней рыбалки.
Все. Сейчас мы его возьмем. И я с вами прощаюсь. Всем до встречи, всем пока. Вот он. Отцепишься сам? Нет. Прогонистый какой-то. Но красивый. Вот такой Семёныш. Открывай ротик. Все, прощаемся с ним и прощаюсь с вами. Всем пока. Вот он поплыл разбойник. Ну, все, на этом рыбалка заканчивается. Хватит их отлавливать.